Ребята, всем привет, с вами Александр, и сегодня у нас день летунов. Почему? Потому что я наловил довольно много диморфодончиков. Вот такой вот у нас диморфодончик. Он очень похож на того, что есть в Jurassic World The Game. Ну, в общем-то, все довольно реалистично. И давайте нажмем кнопочку «Создать». И сразу его начнем уровень так, на 10. Так, вот такой вот у нас красавчик. Голова просто гигантская. Прикольно, классно нарисовано. Да, в Jurassic World бывают довольно реалистичные картинки. А вот так вот выглядит наш, ребятки, обычный диморфодон. Ну да, совсем такой невзрачный на вот этом уровне. Давай на каком? У нас прям раскрасочка диморфодона появилась на 20-м. Вот такой вот он на 30-м. И вот такой вот он на 40-м. Кстати, он от Метриофодона не шибко отличается, да, у Метриофодона только пачка чуть пошире. А так довольно красивый птерозавр, да. Ну, вот так вот выглядит он в обычном варианте. Вот так вот, ребятки, выглядит наш, кстати, Метриофодон, наш гибридик. Это такой у нас первый уровень. Вот такой 10-й, вот такой вот 30-й. И вот такой вот 40-й. В принципе, ну, появилась раскраска, немножко шерсть. А так он особо ничем не отличал. Картинки. Модельки наших динозавров. Сразу качнем, ну, на 10-й. У нас же должно хватить 4000. Стоит это пока что очень дешево. До 10-го уровня, в принципе. Немножко уровень даже прокачиваем. Может, через месяцок от 2 у нас 16 левел будет. И мы сможем целых 26 клеточек ловить. Ну, то есть у меня сейчас на 15 уровне 25 на поимку обычного. Потому как довольно быстро можно наловить диморфодон, тем более их на карте просто жопой жуй. Очень много. Так что проблем с этим нет. Так, 600. Пока ничего страшного. Я думаю, может, как бы там 150 тысяч накопить, качнуть до раптора на 28 левел. Собственно говоря, соточка у меня примерно болтается. Пару дней 150 насобирать несложно. Так, вот. А ну, давайте тогда уж на 11-й. Это последний уровень. 4000, блин, чтобы на 11-й насобирать. Обычных существ вообще, короче, прокачивать, да, тяжело. Очень много их ловить нужно. Так. Ну, вот такое вот у нас существо. О, кстати, давайте соберем сейчас эти штуки. Может, он тут осталось баксы насобирать, если попадется. И будет все шикарно. Сейчас мы его тоже поставим в команду. Перед этим мы вспомним, конечно же, какие у нас есть летуны. Вот такие вот у нас, ребятки, летунчики есть. Не знаю, кто из них самый такой слабенький, кого мы сейчас выключим из игры сразу же. Наверное, Гацегоптерикса выключим. Ну, у него замена защита есть. Так, это у нас кто? Кецекаатль. У него тоже замена защита есть. Ну, давайте вот его-то и выключим. Гацегоптерикса. 11 левел нам нужен. Вот, вот наш Диморфич. Вот я взял всех летунов. Самый крутой у нас Аланкилозавр. Так, давайте смотреть будем и отсюда. Смотреть будем вот отсюда. У нас здесь будет три боя. Как раз, я думаю, мы сможем их его опробовать. О-о-о, после замены наносит соперник отложенный урон с кровотечением. Крутой, кстати, он обычный, но прикиньте, он с кровотечением. Это единственный у нас такой птерозавр, у которого есть кровотечение.
Потом вот это, кстати, тоже мне нравится. У него есть после замены вы наносите на 50% больше урона на 2 хода. И контратака есть. У этого просто щит есть. И тупандуктулуса есть щит и удар. То есть, ну, начнем мы тогда с самого слабого. Да. И подменимся сразу на нашего зверька. На диморфодончик. Ночной кошмар. Так, вот с себя мы начинаем. Кетцекатль, здоровенный, блин, тоже крутой динозавр, один из самых, ну, птерозавр, один из самых крупных. Да, но... О, прикольно, мы себя еще очистили и замедлили эту тварю. Довольно прикольно получилось. Но у нашей задачи сейчас что сделать? В принципе, можно нанести удар и подмениться. 3 на 3, кстати, бой идет. Так. Тупантуктус. Усиление атаки и щит, да? Нет, а нет, ах, у нас сразу прилетела нейтрализация. Но мы так неплохо держимся, ладно. Подмениться пока что варианта нет. Ну, этого мы съели. Шикарно. И щит еще у нас даже есть. Великолепно. Так, Галимим сейчас сразу уклонение забабахает себе. Блин, классно. Вот буду подменяться сразу. Давайте, подменись на нашего динозаврика. На нужного. Это была контратака, кстати, да? А, замена-то заблокирована оказалась. Вот это поворот. На диморфодона давай. Ох, кровотечение. Ух, сейчас кому-то будет больно. Ай, ё-моё, обидно-то как. Очень больно ударил. Так, надеюсь, ты же не умрешь. А, есть кровотечение. А он нам замедление и пробил. Блин, крепко бьют, ребята. Но отложенный урон его очень больно бьет. За 3 хода ему хана. Так, на кого подменимся? Ну, давай на тебя. Джунгариптор. Он, по-моему, неплохо бьет. Мне нравилось, как он бьет. Молодчинка. Так, ну сейчас будет нейтрализирующий удар, скорее всего, да? А у него уже нету уклонения, а подменяться ему не на кого. Ух ты, ё-моё, блин. Ух, хорошо, что Джунгариптер пробил, потому что они больно бьются, хоть уровень и низкий, но это такие демагеры шустрые. Так, идем в бой. Гацегаптерикс. Ты пойдешь. Ну вот так давайте, нижний ряд пойдет сейчас. Победите всех! Хорошо, так и сделаем. Дилас! Так, у Диласа у нас нехорошие удары есть. Отлично. О, кританул, вообще красавчик. Вообще красавчик. Так, нужно еще разок атаковать. Ну, с подменой, отлично. Он сам подменился. Ах ты гад. И мы заменились, это отлично.
И отложенный урон, это вообще великолепно, да. Но мы тоже, короче, сейчас пока что залочены, как и он. Но ему будет больно. Может, уже трупик? Да! Они что, наложились друг на друга? Чё ты он так 900 потерял? 0,25, то есть четверть от максимального здоровья в течение двух ходов. Ух ты, мы еще и шустрее оказались. Так, а какая скорость у него? 128, шикарнейшая скорость. Это наш один из самых шустрых был. Так, ну что, давайте Аланка ты. Это не Аланка, это Арамбургериана, или как там тебя зовут. Ну, нейтрализация, это хорошо, что прошла сейчас, потому что мы их... Сейчас щит поставим, что ли. Арамбургериана, да, вот так тебя зовут. Так, что у него по ударам? У него есть снятие положительных эффектов. Давайте еще разок его шарахнем. Молодчинка, заклевали. Дилас. Дилас пошустрее. Ну, давай вот так. Замедлим его и подменимся. У этих ребят нужно обязательно подменяться. Это такая, устраивая такую чехарду, ты получаешь на шару, считаешь, что удар. А вообще-то мы победили. Интересно, да, ну, у них стратегия игры птерозаврами. Очень она непредсказуемая, то есть противнику ну, нереально угадать, какой будет следующий ход. Кто будет вообще-то на следующем ходе. Это круто. Инкубатор Дилоса. Так, ну и последний бой. Последний бой. Диморфодон. Так. Ну, Аланкилозавр там у нас будет чисто так, для подстраховки. Выберите существо. Ну давай, птеранодон. Он какой-то самый слабый. Птеранодон странный какой-то со своими способностями. Снятие положительных эффектов с нашего врага. Он сейчас будет нас нейтрализовать на следующий ход же. А я буду стопудово меняться. Потому что он как раз нас ослабил. Нам нужно от этого избавляться. Но мы при том очень шустрые. Так, какая скорость там у тебя? В принципе, можно тогда и так сделать. Раз мы остались быстрее. О, тут непобедимость у нас просто дикая. Но он легко с ним справился. Так, ну я вообще не хотел бы его брать, да? Я бы с удовольствием подменился. Заклевали. Аланкилозавр, конечно, это у нас другой уровень. Он нас замедлил, смешно. Во-первых, мы нейтрализовали, а во-вторых, замедлили его. Не понял. Он остался быстрее нас. А теперь... А теперь фигушки. А, и это мой любимый удар с кровотечением. Люблю я семейство всяких зухомимов, бариониксов, ирритаторов. Короче, спинозаврида за вот этот удар.
Да это уже покойник. Ай, жаль, что он пробил. Я так хотел еще разок кого-то. Так, а собственно говоря, Аланочка, да? То есть Арамбургериан испутал. Вот наша Аланочка. Ох ты, вот это было больно. Но замедление не медленное настолько, что... Но гигантская, да, такая машина. У нас вообще птерозавры какие-то гигантские все в этой игре. Так, 130 тысяч, это прекрасно. Монолофозавры всякие. И кулазуха нам немножко насыпали, ребята. Вот такая вот у нас была серийка. Прикольно, порадовал своей скоростью Диморфодон. Да, давайте показать, показатель его не показал. Да, 1400 на 337, скорость 128, шанс крита 5. Вот такие вот у него суперудары. Диморфодон куда менее агрессивным, чем его сородичи. И очень легко пугается. А еще он один из разговорчивых птерозавров, что часами могут кричать и галдеть. Как воробьи, короче. Ну, на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до встречи на прокачке новых гибридов.